Космонавты живут в ракете. Живут в космосе. У них там очень тесно и мало места. Они там ходят, потому что у них есть такие специальные шланги. У них такие костюмы. Они надевают шлемы защиты. Космонавты не ходят, а плавают. Это как такие космическая вода. Космонавты очень много работают. У них там много компьютеров, они смотрят за всякими разными планетами и за Землей. Им живутся как дома. Как дома. И как на Земле. В ракете есть ванна. И кухня у них такая маленькая-маленькая. В космосе удобно мыться. Космонавтам живется нормально. Они спят в ракете. Они ложатся на подушку, ложатся на чистую постель, накрываются чистым пледом. Вкусно жить 5 человек. Я не знаю сколько, потому что мой папа не ездил туда. Им хорошо живется. Там же еда, вода, мясо, хлеб. Едят они все из маленьких баночек. Самое вкусное на свете – котлету с мясом, шоколадом. Особенно, что в ракете можно снимать шлемы. Космонавты очень хотят домой вернуться.